Форт Боярд отдыхает, все понятно, да, как обычно. Похоже, да, на восхождение в Красную пещеру, но полегче. Вот эта гора Машук, она отдельная гора, а эта гора Лисий Нос, которая входит в территорию Бештау. В общем, мы уже достаточно высоко поднялись, и там панорама прикольная. Вова, а кто там внизу? Кисловодск? А? Вот это внизу Пятигорск. Пятигорск. Почти 50 километров. Покажи, где. Там. Это мы когда туда поднимемся, а его будет видно, да? Думаю, да. Да. Так, понятно. Раскинулся красавец Пятигорск. А там будет Кисловодск. Кстати, Эльбрус все еще видно. Потихонечку затягивает, конечно, облака, но он очень красивый. А дальше мы пойдем. Вот сюда. Как я туда буду идти? Я буду.